он даже не покушал. Что там уже, что? Нашел тут это якобы запрещающее нельзя. Якобы если, начал бы якобы. Если бы я реально резко остановился, я бы остановился бы. Чем создал препятствие для других участников движения? Нет, я обязательно приостановил убийство и не разбирался. Нет, оно, это очень быстро. Оно же аж все в рамках закона. Не, ну то, что он выпишет, так это... Ходатайство сделал. О, ходатайстве я человека спрашивал, он вовремя мне указал. Кто спрашивал меня? Я. О чем? Я вам сказал про ваши права. Ну, что, мне рассказали, какие права. А как ними воспользоваться? Разъясните. Про ходатайство я вам сказал? Нет. Этот человек обманывает, получается? Ну, скажи, обманывает или нет? Человек, у меня все на камере записано. Такая даже две, все, порядка начало, 278 початок, да? Сначала ага. Разряду справы и до конца. Уже кидать? Да. А во время нельзя, да? Сейчас процессуального документа нет. Заявляйте. Сейчас процессуальный документ уже отправлен в печать. Какую печать? Какую ты печать отправил? Отправлять, я не ругаюсь. И что? Ну что не ругаюсь? Ты знаешь мою реакцию. Я тебе говорю, не ругаюсь. И что? И не плюсь. И что? Ругайся, не ругайся. В общем, скажите, что хотите воспользоваться, а мы потом в суде предъявим это, вот этот видео, что вы хотели воспользоваться, а полицейский пускай уже а как это бы... видео взять? Ну, мы, если у что, меня видео вот, все на камере есть. Вот, на бодикамере. От начала нашего разговора до конца. Так она у тебя не пишет. Уверен? И что я буду быть уверен? Я тебе просто скажу. А я говорю, что пишет. Ну, если что, у нас ну, мало ли, что ты говоришь. Скажите, инспектор патрульной полиции. Я вообще ехал? В теории, как бы, ну, я просто не понимаю, на желтый свет, как мне нужно было? Ну, я ехал... Ну, как на желтый? Все на желтый. Вы хотели затормозить... Полицейский так хочет вам разъяснить, что вы должны были резко затормозить, да, резко, что привело бы, возможно, к ДТП, а можно... Водителю не нужно было футбол смотреть во время движения. Футбол? Как он объяснил, да. Он футбол смотрел? Да, нет, смотрел. А ты видел, что он смотрел? Это водитель объяснял. Так если он скажет, что вы вчера долбили в задницу? Тебя? Тебя, говорю. Если вас вчера долбили в задницу. Это тебя, не меня. Ну попробуй. Понимаешь, все, ваша задача... Вы отказываете, чтобы человек воспользовался, да? Человеку я вовремя ну, сказал, вот сейчас, юридическое. Ну, вовремя. На данный момент разгляд справы закончился. А как я бы... пояснил громадянину, что ему штраф, коли сплатить. И сказал, чтобы він чекав, поки я раздрукую постанову. Еще постановы нету, значит, может вас постанова уже есть. Уже там, уже на Шевченко 315. Она уже в базе. В какой базе? Ну в какой базе? База, в какой базе? База заполняется административным видео, куда передается сотрудниками полиции после внесения службы. Если сейчас вы будете заблуждать, давайте мы проверим. Если вы вводите заблуждение, то давайте тогда откроем служебное расследование по данному факту. Если вы действительно нас вводили в заблуждение, то несите ответственность. Вы хотите сейчас сказать, что сейчас вы провели производство, которое уже отправлено куда? Какую базу? Как называется? База админоматериалов. Есть такая база? База админоматериалов. Мы запомним. Есть такая база? Да, есть. Где? В админпрактике есть такая база админматериалов? База. Какая база? Есть, где, когда ты сохраняешь постанову. Вот она сразу сохраняется в базе. Сразу же, сразу моментально. Же, да. Ее нельзя удалить. Нет, ее нельзя. Нереально. Нереально. Сказать. Я тебе говорю все, в лицо. Понимаешь? Да. Потому что вы только можете так делать. Понимаешь? А потом вы жалуетесь, что вас оскорбляют, унижают. Понимаешь? А толком сделать не можете ничего. Сейчас во время. Я не знаю. Постановление еще вам в руки не дали, соответственно, человека. Ну, учитывая эти обстоятельства, что я хотел бы это воспользоваться. Полицейский должен вам помочь. Я вообще считаю, что не имею права ничего писать, потому что я реально приехал. Все правильно вы говорите. Ну, как полицейский говорит. Либо резко затормозить и остаться где-то по центру перегрозки. А сколько по времени розыск справы проходило? Как вообще процедура была? Он подошел, он, что дальше было? Подошел, я спросил, в чем вопрос, причина остановки. Он мне сказал, что типа
Вы проехали на запрещающий сигнал светофора. Я сказал, что нет, я проехал на разрешающий сигнал. Хорошо, дальше было такое. Так, за вас на 278 мы распочинаем розгляд справа. Миссия, сегодня дату, свою фамилию назвать. Сегодня такое-то время, востока-то. Пошел номера посмотрел, потом зачитал 268-ю, что вы можете воспользоваться юридической помощью, заявлять клопотание. 63-ю изначально. 63-я это то, что вы не несете ответственности за отказ дачи пояснения. То есть я вам не говорю, что мы возьмем видео, сейчас я регистрирую. Додавайте материалы на эти права. Номер регистратор, номер регистратора. И жетон, можно, чтобы видно было? Потом попросили предъявить мне документы, я вам предъявил документы, не передал, а предъявил. И вы там начали что-то внести. А, нет, видео еще вам. На что там видео видно? Да я сейчас покажу, мне не тяжело. Видео хотели посмотреть. Ну, желательно посмотреть. Для чего? Давайте мы сейчас посмотрим. Камера есть, вы все напишет, фиксирует. Чем мы будем тратить бумагу? Я же вам объясню. Вы переносите вас на справу, чем ее? Мы пока есть на месте. Видео надо посмотреть еще. Давайте мы пока на месте. Давайте видео посмотрим. Вы ваши права напрестуете? Все вопросы к адвокату, скажу. На данный момент пользуетесь юридической допомогою, да. И тут есть адвокат. Захисник, да. Давайте посмотрим видео. Юридической допомогою вы скористуете. Вы мне видео показывали? Да. Вы можете это показать? Можете. Можем. Чистый проезд на желтый заборонный сигнал светофора. Это видео, вы считаете, что это является видео виновности лица? Да. А если у вас, давайте начнем с того, что где момент остановки? Есть момент? Меня позвали, камера была достаточно. Есть там? На что это? Что это за вообще? Снималось на вот этот прибор или на какой-то другой? Это не имеет разницы. Не, ну просто было на любой прибор маю право снимать. Уже на любые? Да, на любые, даже на свои два. А где написано, что нельзя? В статье, в кодексе написано. На сбирать материалы. Да, 251. А там, там через запятую, какие вызначения? Все, ладно, давайте будем углубляться. В смысле углубляться? Давайте сразу разберемся. Коллегиальные разыскровые, было одно собой. Вы, вас же трое, наш как-то коллегиальный. В смысле трое? У вас трое, видите, оператор. Такого нет в КУПАПе. Человек просто фиксирует, я вас захисник поставил, а вы кто? А можно службовое посвечение побачить? Чтоб если что, я вас не вдруг не оскорбил. А, духно, Богдан. Все. Я просто услышал дупло и все. Лаврик Евгений. Давай, вас фотографирую, чтобы не было дупло. Вам тоже. Ну конечно. Вообще красавец. Вот вы. Так все, я вам не... Да не надо! Ну подержись! Да ну не надо! Ля, то мне говорят, нельзя! Не надо провоцировать! Пожалуйста, не провоцируй! Маршал, я думаю, не пицца расставляешь. Вы адвоката залучили? 8.11. Этот, по-моему, да, 8.11. Да, давайте посмотрим видео полное. Едет транспортное средство, это я понял. Белое какое-то дальше. Вот мы его остановили. А где момент там есть? Момент забанки. Вы показали только проезд. Мы все, вы ушли, отвернулись. Вам а давайте можно еще раз. Оно же заканчивается, да. Естественно, оно заканчивается. Любое видео когда-то заканчивается. Даже у Вадика заканчивается видео. Ну как, они заканчиваются. Они не заканчиваются, они наоборот приходят все больше и больше. Люди просто смотрят на полных идиотов. Блокируют и блокируют. А? Блокируют люди ваши видео уже. Люди наши видео блокируют? Или мусора жалобы пытаются накидать? Но, к сожалению, слава богу, ничего не получается. Потому что наш ID-отдел справляется с этим. Вот полная остановка транспортного средства. Зараз еще у вас для материалов справы еще письмово, чтобы долучить его до материалов справы, в связи с тем, что материалы справы взагалі ничем не обґрунтовані и не поповнені. Виключно на припущення ґрунтуються, тому щоб не порушувати. Я чекаю процес. Вашого письмового. Да, зараз не вимогу. Да, да,
Слуги мои, выходите. Это Женька. Инспектор управления патрульной полиции Харьковской области, департамент патрульной полиции, Рлаврик Евгений Григорьевич, адвокат Валентина, хлопотання про виконання розгляду справи. Буду перебувати у відрядженні, прошу не назначати на іншу дату. Прошу залучити до матеріалів провадження дане клопотання. Дане клопотання буде залучено до матеріалів. Та прийняти відповідне процесуальне рішення. Приймаю відповідне процесуальне рішення щодо даного клопотання. То можете письмово на ньому, я копію зроблю, якщо ви будете. На даному відео, то що ви, що вам не видно, там вам не зрозуміло, що все чітко видно і чітко зрозуміло. Хто їхав, на якому автомобілі їхав і на який колір світлофору проїхав. Доказів, на мій погляд, при достатньо. Ну це ж ваш погляд, а захисник повинен робити належно проводити. Я вам всі докази надав. Ну якщо ви обмежите і формально, то ми не можемо вас якось. Я вам все надав і приймаю рішення по даній справі. Накласти стягнення на громадянина. Спочатку на заклопотання, будь ласка. Я прийму і заклопотання. Я вже прийняв заклопотання, я відхиляю дане клопотання. О, так це зробіть резолюцію. Я зазначу. Щоб я копію зазначу. Накласти стягнення на водія в розмірі 510 гривень згідно частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Так. Водій, чекайте матеріали, якщо будете отримувати копію. Копію будете отримувати? Копію будемо отримувати, будь ласка, водій. Надайте. Будете отримувати копію? Так, давайте, надайте. І резолюцію поставте, пожалуйста. Резолюцію. О том, що ви відказали. Не заважайте. А ви можете письмово зазначити, щоб я... Я зазначу. Так, будь ласка, для копії. Поставте. Друзья, ну вот вы видели сами, как полицейский отказал в ходатайстве о ознакомлении и переносе дела для того, чтобы адвокат смог ознакомиться в полном объеме. Это первая ошибка полицейских при вынесении постановления. Вот он решил вот так вот сделать, вот и все. Друзья, и на будущее не нужно давать документы и показывать, что они у вас на данный момент, пока вы не свяжетесь с нами, а именно с Надзор Харьков телеграм-группа. Также есть мы в инстаграме Надзор Харьков. Ну и обязательно не забудьте подписаться на мой YouTube канал Удос Харьков, нажать на колокольчик и подписаться. Ждем. И я включусь. Ну, пока не выстрелят. Чекайте, я уже все понял. Я уже все понял. Если бы я стоял на месте, мне бы загорелся желтый свет. Я не могу, я в тронусе поехал. Я правильно, я заканчивал на нем, я заканчивал на нем. Вы начали на нем, как я начал? Я говорил, вы не доехали до стоплинки. Я вам это уже... В смысле я начал на нем? Я ехал. Ожидайте копию. Давай, давай, быстрее. Друзья, в общем, на этом как бы все. Полицейские приняли решение вжарить человека якобы за правонарушение. И мы, я так думаю, если человек захочет, мы это будем обжаловать в других инстанциях. Поэтому я вам уже рассказал, что нельзя передавать документы полицейским, иначе будет такое, как происходило с данным водителем. Поэтому, друзья, еще раз вам всем огромное спасибо за вашу поддержку. Будем стараться на максималку. Все, всем удачи.